За полвека именно тогда проектировались основные дороги и транспортные развязки. Количество автотранспорта в Кишиневе выросло в 40 раз. В абсолютных цифрах в столице зарегистрировано почти 200 тысяч машин. Эти данные обнародовал экономист Вячеслав Ионица. Мы обеспокоены этой ситуацией. Нас заполонили и фактически завоевали автомобили. Раз в 15 лет число машин удваивается, так будет и впредь. Нас сейчас почти в 3 раза меньше, чем в среднем в развитых странах мира. А вот число машин продолжит расти. И в ближайшие 15 лет ситуация станет намного хуже, чем сейчас. Ситуацией возмущены как пешеходы, так и водители. Последних раздражает отсутствие достаточного количества парковочных мест. Могли бы обустроить для парковки или правую, или левую сторону, тогда остались бы 2 полосы, а так мы очень ограничены. Нет никакого порядка в этой стране, паркуются по обе стороны. Есть водители микроавтобусов, которые оставляют их на дороге. Разве это движение? Издевательство. Это очень большая проблема по всему городу, не только на этом участке. Я пытаюсь изо всех сил найти парковку. Я сделал уже 3 круга до проспекта Штефана Челмари обратно, но только здесь нашел парковочное место. Мэр Кишинева Ион Чибан, впрочем, как и его предшественники, говорит, что знаком с проблемой и находится в поиске ее решения. Мы решим проблему парковок, ждем окончательной концепции. Будут и многоуровневые парковки, и подземные, а также стояночные места у дорог. В первую очередь мы сконцентрируемся на центральной зоне города. По официальным данным, в 2019 году в Молдове было зарегистрировано свыше 1 миллиона транспортных средств. 650 тысяч из них – легковые автомобили.